Мастер святого Эгидия был, по-видимому, франко-фламандским художником и трудился, вероятнее всего, в Париже около 1500 года, работая в позднеготическом стиле. Его точные изображения реальных интерьеров говорят о его близости к нидерландской живописи. Неясно, был ли мастер святого Эгидия французским художником, обучавшимся в Нидерландах, что более вероятно, или голландцем, эмигрировавшим во Францию. Художник, названный в честь своих картин Национальной галереи Лондона, должно быть обучался в Нидерландах, но работал в Париже на рубеже 15 века. Эта панель когда-то была частью более крупного алтаря, который невозможно было отреставрировать. Возможно, на ней изображены святой Эгидий и Хинт, находящиеся рядом, и, вероятно, две другие картины такого же размера, которые сейчас находятся в Вашингтоне. Одна изображает нижнюю часовню Сент-Шапель, а другая – площадь перед Нотр-Дамом в Париже. Сцена, изображенная здесь, была запечатлена перед главным алтарем аббатства Сен-Дени, недалеко от Парижа, интерьер которого изображен с большой точностью, так как он выглядел около 1500 года, хотя это чудо, по легенде, произошло в 719 году. История, рассказана о золотой легенде, и повествует о том, как святой Эгидий служил мессу во искупление грехов императора Карла Великого. И в этот момент с небес спустился ангел и оставил на алтаре пергамент, в котором был описан грех императора, столь ужасный, что он никогда о нем никому не признавался. Несколько латинских и французских текстов вслед за этим, включая золотую легенду, отсылают к этому тайному греху Карла. Следует отметить, Эгидий современником Карла Великого не был, а был ровесником его деда Карла Мартелло. Поэтому в некоторых описаниях мессы эти два правителя взаимозаменяются. Но это не единственное. Эгидия находят как свидетеля битвы в Рансильварском ущелье в песне о Роланде, рыцаре Карла Великого. Кто тяжко ранен, кто пронзен насквозь, а кто и распростился с головой. Так молвит жеста, пишет муж святой, барон Эгидий, зревший этот бой. Хранится в лане летопись его, и лишь невежда не слыхал о том. Алтарь, украшенный золотыми драгоценными камнями, перед которым совершает служение святой Эгидий, был подарен аббатству королем Карлом Лысым, жившим в IX веке. Он упоминается в описи 1505 года и существовал до Французской революции. Впервые использовавшийся для украшения передней части алтаря, он был перенесен на заднюю часть алтарного стола в XIII веке, когда изменение в службе литургии сделало желательным создание фона для вознесения хлеба Евхаристии, которую мы видим в руке святого Эгидия. Над алтарем находится крест, сделанный святым Элоем, епископом Найона VII века, ювелиром и покровителем ювелиров. В небольшом реликварии у его подножия находится фрагмент истинного креста. Медные ангелы держат подсвечники. За алтарем находится позолоченный латунный гроб святого Людовика на высоких колоннах, построенный в 1398 году и подаренный аббатству королем Карлом VI. Справа, наполовину обрезанная по краю картины, находится гробница короля Дагоберта середины XIII века, сохранившаяся хоть и сильно отреставрированная. К
Корона на голове Чарльза Мартеля – возможно изображение реальной короны, хранящейся в Сен-Дени, Сент-Курон, которой короновали каждого короля Франции, пока он не был разрушен в конце XVI века. Изображенные, можно быть уверенными, драгоценный восточный ковер перед алтарем, узорчатый текстиль алтаря и облачений, книжные сумки и подушки, изображения настоящих аксессуаров. Вполне возможно, что священнослужитель, держащий занавес за королем, был тот самый безымянный мастер святого Эгидия, вызывающий наше восхищение. Согласно легенде, король визготов охотился в лесу и случайно преследовал ручную лань святого Эгидия, жившего там отшельником. Животное бежало на защиту к святому, и стрела одного из лучников, нацеленная на животное, случайно попала отшельнику в правую руку. Король, косвенно ответственный за происшедшее, и высший церковный священнослужитель города посещают святого Эгидия, чтобы попросить у него прощения. На картине мы видим, как отшельник задумчиво смотрит на своих незваных гостей. Король, согласно легенде, выразил глубочайшее уважение к отшельнику, который смиренно отклонил все предложенные почести, и построил для него и его учеников в этой долине Бенедиктинский монастырь, получивший имя Сен-Жиль-Дюгар. Великолепная зеленая бархатная мантия, облицованная алой золотой парчей, отличает короля от его спутников. Среди этой живописной группы выделяется мужчина с луком и стрелами, в тунике и в бело-зеленую полоску. Три главные фигуры помещены на фоне цветов, кустов и воды. Атмосфера, вызванная большим деревом в центре, придает картине своеобразное настроение. Некоторые ученые полагают, что Сен-Жиль-Дюгар можно узнать на фоне города, на заднем плане. Считается, что эти две панели были частью левой створки алтаря. Они показывают два наиболее важных
момента легенды о святом человеке, который ушел жить отшельником в лес недалеко от Арля. Крещение Хлодвига написано примерно через 1000 лет после того, как святой Реми крестил франкского короля Хлодвига, тем самым обратив его в христианство. Мастер святого Эгидия изобразил историческое событие из Реймса во внутренней части Сен-Шопель в Париже. Здесь мы видим самое раннее изображение интерьера знаменитого до сих пор сохранившегося здания.